Сочи в эти выходные открылась выставка «Поцелуи России». Автор снимков – известный московский фотограф Дмитрий Исхаков. На снимках всего их 24. Как известные Эвелина Блёданс, Тимур Родригес, Алексей Ягудин, так и обычные люди. Это настоящая хроника самых разных поцелуев. Трогательный, страстный, любовный, дружеский, воздушный и галантный. Поцелуй матери и лучшего друга. Все звезды, которые участвовали в этой выставке, они участвовали в ней от чистого сердца на самом деле, потому что идея такая, знаете, благодатная. Мы просто решили, что люди должны делиться поцелуями, и звезды нас в этом поддержали. В один день выставка «Поцелуй России» открылась сразу в трех городах – Сочи, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а ранее в Москве. На курорте местом проведения фотовыставки стал Олимпийский парк. Фотографии находятся на центральной аллее, поэтому зрителем может стать любой прохожий. Выставка продлится до 19 июля и, возможно, даже останется в Сочи навсегда, рассказали организаторы.